Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем кампанию Warhammer 40 тысяч. Не знаю, ребят, кстати, вот сразу говорю, я не знаю, ребят, пройду я ее или нет. То есть я не знаю, пройдем мы всю кампанию или нет, потому что я могу, ну, мне просто может надоесть вот это, да, беготня, и мы с тобой закончим, ну, я могу не захватить все, как бы. Вот, я вообще себе задачу поставил просто, ребят, поиграть. Вот, так что, если что, вдруг... Если вдруг резко перестанут выходить видео, я сразу предупреждаю, вдруг кто-то там смотрит, кому-то нравится. Но если вдруг резко перестанут выходить видео по этой игре, то, значит, мне просто, возможно, надоело. Ну, потому что мы делаем одно и то же, да, как бы, и когда 40 битв будет одних и тех же, но это надоедает, да? Вон, давайте конец хода, и на нас, наверное, сейчас сюда нападут. В гарнизоне у нас там что-то есть, да, у нас гарнизон этот есть... Ну, давайте конец хода, да, сейчас у нас этот напад... А, нет, на нас орки нападают. Военная мощь. Военная мощь, у нас военная мощь там, да. Ну, давайте дадим бой. Хотя, как ты помнишь, в той серии мы проверяли, в конце на нас напали некроны. Хотя сейчас могут орки напасть, а потом некроны нападут, ребят. На нас сейчас могут все, мне кажется, напасть. Так. Так, они оттуда бегут, да, эти орки. Угу. Я, кстати говоря, неплохо вооружены, ребят. Давайте-ка, знаете, чем мы сохранимся? Сейчас мы соберем, ребят, отряд с небольшой. Я несу высшее благо. Я приведу нас к победе. Там что-нибудь там уничтожили? Пока они не могут. Шасул готов принять командование. Так, давайте еще, наверное... А, все, мы больше не можем. Отряд Костя, где высадился? Я приведу нас к победе. Так. Крутусов, кстати говоря, надо. Наша охота началась, а Гетау, мы одержим победу. Я приведу нас к победе. Шасла готовы. Укажите нам цель. Приказ получен. Так, пойдемте это. А что-то по моим этим точкам пошли рейды устраивать, ребят. Наша охота началась. Нет, не нравится. За высшее благо. Это честь для меня. Наш долг силен. Мы не потерпим поражения. Как и Тау, мы одержим победу. Как и Тау, мы одержим победу. Так. Костюм, укажите нам цель. 22 готов. Так, они прошли, просто все расхреначили. Наш долг силен. Мы не потерпим поражения. Круты и там. Просто скажите, где мы нужнее. Приказ получен. Да, сэр. Каста огня не подведет. Да, сэр. Вообще, на самом деле, можно было бы... Да, сэр. Вот наша добыча, братья. За высшее благо. Круты и Тау едины.
Что вам нужно? Так. Создатели послали нас служить. Никто не устоит перед высшим благом. Так, а что они здесь захватили точку, а чего вы ничего нет? Понятно. Выдвигаемся. Наш долг силен. Мы не потерпим поражения. Создатели послали нас служить. Круты готовы! Возьми нас на битву! За высшее благо! Я приведу нас к победе! Продолжать огонь! Продолжать огонь! Укажите нам цель! Выдвигаемся! Приказ получен! Круты готовы! Так, подождите, какая жопа. Я клянусь, будет сделано. Так, у меня все точки, если ребят, перехватывают. Если создатели пожелают. Ха, это не сложно. У меня, ребят, все точки перехватили. Это не сложно. Ну, пускай перехватывают, нам не если страшно. Если создатели пожелают. Шасу готов принять командование. Наш долг силен. Мы не потерпим поражения. Выдвигаемся. Понятно. Понятно. Приказ получен. Создатели послали нас служить. Сергей Викторович захвачен. Если короче, создатели враги все захватывают нахрен. Это будет быстро. Долбали. Осла готовы! Я приведу нас к победе! Мы сметем их! Мы сметем их! Не дайте добычу уйти! Наш долг силен! Мы не потерпим поражения! Наш долг силен! Мы не потерпим поражения! Понятно! Приказ получен! Не дайте добычу уйти! Выдвигаемся! Возьми нас на битву! Мой клинок остр. Если создатели пожелают. Пошли. Так, идите. Если создатели пожелают. Да трындец. Преуспеваем, как и положено, Тау. Они все мои точки перехватили, ребят. Шасу готов принять командование. Возьми нас на битву. Это будет быстро. Они все мои точки перехватили. Что вам нужно? Преуспеваем. А мы, в принципе, справились. Это ты называешь битвой? Мы отбили. Подожди, это только первая атака? Здесь я расстроен немного. Это все? Я приведу нас к победе. Приказ получен. Понятно. Так, а где у них еще сидят? Это честь для меня. Круты готовы. Так, а где они еще-то сидят? Возьми нас на битву. Приказ получен. Наш долг силен! Мы не потерпим поражения! А где еще-то один игрок, одного игрока мы захреначили? Понятно! Приказ получен! Они попались в ловушку! Как они могут не верить в силу высшего Здесь, блага? Видимо, да? Они попались в ловушку! Не дайте добычу уйти! Они могут не верить в силу высшего блага! Они
Сколько же их? Не дайте добычу уйти! Продолжать огонь! Продолжать огонь! Круты готовы! Укажите нам цель! Выберите цели! Прижмите их к земле и уничтожьте! Выдержим их! Мы сметем их! Приказ получен! Круты готовы! Это трындец, они откуда сверху что ли лезут, я не понимаю. Готовы выполнить нашу часть работы! Приказ получен! Создатели заставляют нас вернуться в бой! Наш долг силен! Мы не потерпим поражения! Выдвигаемся! Я бы хотел на самом деле парочку этих создать. Стоит перед высшим благом. Наш долг зовет. Возьми нас на битву. Не дайте добычу уйти. Все. Нормально, ребят, нормально. Ну, блин, кстати говоря, он очень так это, телохранители сохранены, да, победа. Он так неплохо на вас подсел, кстати. Вот, он неплохо так потел, на самом деле, если бы мы немножко это, да, то жопу вломали. Так. Меню, сохранить. Далее. Так, чё, орков подожмем, ребят? Или... Командир. Да, купим этих. Назад. Можно у некронов отобрать последнюю территорию. Мне кажется, надо орков, ребят, занимать. А мы не можем орков, кстати говоря, занять. На орков можно выйти только здесь, ребят. А, через эту. То есть нам придется перемещаться сюда, потом сюда. И только тогда сюда. Увеличение численности. Увеличение численности чего? Позволяет захватывать управление реликтами снаряжения. А, позволяет увеличить ограничение на максимальное количество подразделений. Увеличивает предел подразделений и бронетехники. Использовать в миссиях по захвату... Блин, слушайте, если я сейчас отступлю, наверное, он пойдет куда-то в атаку. Да, мне кажется, он куда-то в атаку сейчас пойдет, если... Мне бы орков надо бы забрать, на самом деле, ребят. Ну, наверное, сейчас еще раз предпримет туда идти. Блин, да, я не могу. Хреново. Давайте попробуем на орков сходить. Если нам некроны дадут, потому что некроны сейчас могут на нас напасть. Нет, так некроны на нас не нападают. Давайте. Космодесантников там жмут. Эльдары, кстати. И очень так неплохо. Так, меню. Сохранить. Далее. Ну что, нападаем на орков, я думаю. Да, у него там гвардия хорошая, ребят. Информация какая-то просто 100, да? То есть мы уничтожаем его и получается, да. Ну, нам нужно, ребят, придется уничтожать. Нам нужно будет зачистить. Строим сразу, ребят, эту казарму. И парочку генераторов, я думаю, да? Угу, 4 генератора, а уж эту мы сейчас казарму Крутов мы поставим. Пойдемте, это главная база. Враги Горгутса столкнулись с той же проблемой, с которой Тау сталкивались на Кронусе поколениями. Прогнать орков из пустыни городов – это одно, но выбить их из джунглей – это совсем другое. Даже легендарный вождь Тау, командир Форсайт, не сумел очистить от орков болото Зеленого побережья.
Однако, чтобы сломить дух Горгутса, необходимо было освободить эти земли. Горгутс сколотил свою огромную орду, или Гра, как ее называют орки, объединив враждовавшие кланы и племена орков. Пока он вел Гра к победе, верность кланов была обеспечена. Но с приходом врага на исконные земли орков в головах вождей кланов поселилось сомнение. Может быть, подумали они, если мы станем во главе орды, нам удастся быстро отбросить противника. Пока вожди находились в раздумьях, враг нанес решительный удар. Он загнал орков в дебри Зеленого побережья, делая все возможное, чтобы уничтожить самого Горгутса и повернуть орду в междоусобную войну. Теперь Горгутса могла спасти только хорошо продуманная операция, в результате которой нападающие будут отброшены, а орки вновь обретут веру в вождя. Поехали, Зеленое побережье, ребят. Идем уничтожать орков. Какой интересный ролик, интересный формат, ребят. Да? Но это старая игра, опять же говорю, никаких модификаций, ничего. Думал, что прокрадешься мимо моих ребят, да? Думал, что пришел за моей головой? Орков никогда еще не побеждали в бою. Заткнись, Гретчен. Вон их остатки идут. Нужно быть начеку. Передай ребятам, что здесь кое-кого надо прирезать. Я сделал большие знамена, чтобы напомнить кланам, что им лучше держаться вместе. Мне не нужны остолопы, которые дерутся друг с другом, когда враг пришел. Горгутс вождь! Ясно, кретины? Этот говорильный ящик мне, чтобы говорить с вами, так что прочистите уши! Слушайте сюда, сыть Гретченов! Они лезут на нас, как на мелких людишек. Так вот, мы не такие. Мы орки, и наваляем им как следует. Так что берите топоры, берите пушки, ребята, и будем их убивать, я сказал. Головорезы готовы? Гра, ребят. Все, орки идут. Точнее говоря, мы к оркам пришли, так не знаю, сейчас осилим. Мастодонты тоже готовы? О, господи. Гра! Это лучший самый юнит, да? Поджигатели, дадите прикурить! Гра! С этим совсем мне надо будет разбираться, ребят. Ракетчики, с нами или как? Гра! Охренеть. Мне со всеми а с ними надо будет... А вы, сварщики, приварите этих людишек! Рэнди. Гра! Вот так! Мы их всех раздавим, и будет нам праздник! Верно говорю? Гра! Гра! Да задолбали вы с ним, гра-гра, давай быстрее на бой выходи. Гра-гра. Надо сохраниться, ребят. Сохранимся. Может, нам поможет это как-то. Кстати, здесь, по-моему... Можно... Орк, у тебя нет никаких шансов. Сдавайся на милость высшего блага. Ты мало знаешь об орках, ты? Сыромордый! Я дал тебе шанс. Разговоры закончились. Теперь будет, как я захочу, сыромордый. Я приведу нас к победе. Захлопни пасть и давай драться. Что вам нужно? Так, убейте Грога по кличке Охотника за головами. Если создателю пожелает. Маскировочное поле активировано. Приказ. Так, приказ. Давай, строй. Маскировочное готовы. Маскировочное поле активировано. Дау придает нам сил. Шасу готов принять командование. Одинокие охотники ждут. Ответный огонь, ответный огонь! Мы терпеливые охотники. Ни хрена себе, мне уже дают триндюлей, ребят. Боевой костюм XV-22 готов. Пошли!
Пошли. Дают трендюлей. Так. Мне просто надо туда дойти, да? Отряды все 15 готов к следующему заданию. Нужна помощь. Бесшумные охотники готовы. Мы возьмем ее прямо у вакансного огня, готов. Так. Еще одна победа во имя высшего блага. Мы терпеливые охотники. Приказ. Так, а что мне там надо? Ожидаем приказов. Так, что, уничтожьте дополнительно, уничтожьте знамя головорезов. Головорезы! Они к вам лезут! Шашу готов принять командование! Это будет быстро. Этот поход окупит себя. Это будет быстро. Пошли. Это будет быстро. Задание выполнено. Это не сложно. Это не сложно. Я клянусь, будет сделано. Бесшумные охотники готовы. Отряд Касты Огня высадился. Так. Создатели послали нас служить. За высшее благо. Готов к строительству. Я так и сделаю. Вы не убьете то, что не сможете увидеть. Ты сегодня хорошо подерешься, но в последний раз. Куда вы полетели, дебилы? Преуспеваем, как и положено. Тау. Господи, дебилы. А что он зовет, братья? Что вам нужно? Круты готовы. Уничтожаю цели! Не дайте добычу! И что теперь? Возьми нас на битву! Отряд XV-15 готов к следующему заданию! Да, господи, это не сложно! Блин, как они меня бесят, то что они... XV-15 готовы и ждут приказов! А, то что они, это, ребят, разбегаются куда ни попадя. Преуспеваем, как и положено, Тау. Я клянусь, будет сделано! И это все? Если создатели пожелают. Хорошее мясо. Мой клинок остр. Так, одну мы цель уничтожили. Горгутс не такой уж крутой. Бей его! Ага, у них там... Греченолюб не свалит из моего гра! Руби их, ребята! Босс! Головорезы бунтуют! Так, это хорошо. Ты, слонопас! Заткнись и давай убивать! Ну, это, ребят, хорошо. Убивать, босс? Господи, тупые орки! Кого убивать, босс? Хорошая битва! Большое знамя пропало! Потерялось большое знамя! Теперь я, босс! Так что заткнись! Головорезы! Мы теперь сами за себя! Мы возьмем их! Все кончилось! Мы в порядке! Это будет быстро! Ну, кончилось, мы в порядке! Хорошее мясо! Создатели послали нас служить! Это будет быстро! Рассчитывают на нас! Пошли! Если создатели пожелают! И это все? Так. Ожидаем приказов. Ничего не надо ожидать. Мы терпеливые охотники! Давай. Так.
Бесшумные охотники готовы. Как и Тау, мы одержим победу. Пошли. Так. Ха, это несложно. Каста огня служит счастью. Шасу готов принять командование. Так, хорошо. Готов зарёт, братья. Я клянусь, будет сделано. Я где? А где мышка-то? Хорошее мясо. Я клянусь, будет сделано. И это все? Возьми нас на битву. Так. И это все? А задачи у меня какие? Угу. Пока новых задач никаких не появилось. Это не сложно. Уничтожите знамя ракетчиков. Понял. Вы что сидите, ракетчики? Они к вам перекинулись. В бой! Мы возьмем их. Взяли. Слушайте, я несколькими отрядами, в принципе... Неплохо орудую, да? Я клянусь, будет сделано. И это все? Я клянусь, будет сделано. Я клянусь, будет сделано. Давай, 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 клянется он. Мой клинок остр. Вы сильны. Мне кажется, у меня курсор иногда куда-то убегает, непонятно. Пошли. Это будет быстро. Если создатели пожелают. Да? Ответный огонь, ответный огонь! Что вам нужно? Так, захватили? А, где? Ожидаем приказов. Конструкционная. Укажите нам цель. Активирована. Блин, трындец. Так. Я же тебе говорил, был совсем небольшой. Он даже свое знамя защитить не может. Зуб даю. Горгут совсем слабый. Да. Давай разберемся. Я клянусь, будет сделано. XB-25 готов к несению службы. Маскировочное поле активировано. Так, отходим. Я приведу нас к победе. Так, сейчас мы это сделаем. Так, горк, хренорк. Еще одна надо... победа во имя высшего блага. Надо базу немножечко, ребят, укрепить. Можно вот это все нахрен тоже улучшить. Это тоже улучшаем, это улучшаем. Все улучшаем, ребят. Так. Полите из свинцометов, остолопы! За высшее благо! Возьми нас на битву! Укажите нам цель! Они делают нас сильными! Выдвигаемся! Шасу готов принять командование! Мы здесь, чтобы вы были сделаны! Так, надо сюда вернуться. Это не сложно! Это не сложно! Так... Так, хорошо. Возьми нас на битву! Наша охота началась! Это не сложно! Благо. За высшее благо, так. Круты готовы! Укажите нам цель! Преуспеваем, как и положено там. XB-25 готов к несению службы, выполнить нашу часть работы! Большое знамя Горгутса взорвалось!
Горгутс, Гречина Фил, я буду главным! Так, подождите, а невозможно сказать, какое время предупреждения? Понятно. Ну уж нет! Я теперь главный! Так, они там друг с дружкой пускай воюют. Это нам на руку. Ребят, это нам только на руку на самом деле. То, что они там сейчас друг с дружкой будут воевать. Вообще, очень сильно на руку. Это орки, ребят, они штуки. Штуповатые. Маскировочное поле активировано. Против техники, да, эффективно. Огня служит с частью. И что теперь? Так, что теперь? Постройте мне вот это. За высшее благо. Так, Каста огня служит с частью. Пускай там, я думаю, стоят. Преуспеваем, как и положено Тау. Так, поедем сначала вниз. Если создатели пожелают. Поедемте, ребят, сначала вниз. Пошли. Да уничтожим там базу. И это все? Да уничтожим здесь базу. Да зачистим, ребят. Чтобы здесь они не размножались больше. Пошли. Давайте быстрее, ребята, ну не застревайте. Пошли! Пошли! Ха, это несложно! Пошли! Так, сейчас я поймаю верхнюю все? Базу, да, надо будет зачищать. И это все? Хорошо, знаете, против орков они тупые, они друг против друга воюют. И это все? Они штупенькие. Пошли! А что, они здесь все зачистили или что? Этот поход окупит себя. А что, царёв, это братья? Все? Эй, большое знамя Горгутса только что растопталось. Это будет быстро. Мы растопчем всех ребят Горгутса. Если создатели пожелают. Так, и там что-то, да, они... Они сами там что-то это решают. Мы возьмем их. Прижмите их к земле и уничтожьте. Так, я думаю, можно... Так, а как нам туда зайти? Через верх? Я клянусь, будет сделано. Отлично. Мы возьмем это для вас. Давайте сначала захватим, ребята, эту хрень. Долго строишь. Приказ. Долго строит. Так. Так, ну в принципе, сейчас возьмем точку, чтобы было. XP-25 готов к несению службы. Возьмем, ребят, точку, чтобы была. Наша команда начала служить с частью. Торопиться никуда сейчас не будем. Может, я говоря, знаете, что еще построить эти? Все, да? Давайте. Круто, что вам нужно, едины. Так, я тут уже целую армию, ребят, еще одну собрал. Так, сейчас это сделается, получается. У нас здесь будут вот эти дяди доступны. Ожидаем приказов.
Так, и что у нас тяжелая пехота готова? Все, ребят, я готов никто к атаке. Не устоит. Можно сказать, я даже готов, я бы так сказал, что к финальной атаке готов. Подготовки вот эти вот, знаете, благом. Долго все происходят. Я клянусь, будет сделано. Так, задачи-то какие у нас? Ага. Давайте-ка если мы... создатели пожелают, это будет сделать нас сильными. Считайте каждый заряд. Это несложно. Круты и Тау едины. Можно, наверное, здесь зайти, да? Я клянусь, будет сделано. Идем здесь. Ух, эти тайминги, знаете, вот не люблю я вот эти RTX игры, или как они там, RTX, я да, клянусь, или как они там правильно называются. То есть битвы в реальном времени. Вот это, что у меня здесь такое? У меня выбор следующего строителя, выбор боевого подразделения. А вот это что такое? Щелкните левую кнопку мыши, чтобы приостановить автономный режим для всех мы ваших здесь, войск. Чтобы еще выполнить долг. Автономный режим какой-то. Это несложно. А, так, уничтожь сварщиков. Будет сделано. Вон они побежали. Сварщики, бей их. Где же артиллерия Тау? Не будет артиллерии Тау, хреначе так. Ой, слушайте, это надо все? Отходить. Укрытие! Мы там не сдюжим. Это все? Заткнуть строй, шасла! Сварщиков надо немножко другим хреначить. Это все, ты готовы? Руты готовы. Это все? Так, нам надо вот этих вот ребят всех. Что вам нужно? Все кончилось, мы в порядке. Пошли. Вот сюда всех. Возьми нас на битву. Укажите нам цель. Никто не устоит перед вашим благом. Так, сварщиков, да, придется мочить по-другому немножко. Так, захваченная реликтовая точка. Так, подождите. Маскировочное поле активировано. Мы не подведем вас. Вас понял. Захваченная реликвия точка. Это нам бы надо, наверное. Реликвию точку. Навешая металлургию, увеличивает так полученную усиленную броню. Вот это почему у меня до сих пор не развито. Это все уже должно быть изучено. Так. Хорошо. Так, а что у нас там еще по стройке вообще есть? Что мы еще можем? Центр коалиции. Маскировочное поле активировано. Они здесь не застроили? Она уже наша. Реликтовая точка, вот она. Я бы хотел на самом деле сделать сейчас реликтовую точку. Реликтовую точку, и вот этого дядю бы хотел сделать. У меня есть эти, и вот его бы я бы хотел сделать. Да. Возьми нас на битву! Шасла готовы! Как и Тау, мы одержим победу! Да? Да? Хрен на, и сюда. Что вам нужно? О, как мне тут боевой вас всех выделить бы. XV-22 готов. Возьми нас мне на вот битву. Эти вот надо дяди особенно выделить. Создатели послали нас служить. Блин, они не хотят туда проходить. Круты готовы. Успеваем, как и положено, Тау. Да? Так, всех, не всех, да? Я ладно, кого выделил? Это все? Кого, ребят, выделил, тех выделил. Так, давайте-ка на всякий случай сохранимся.
Хотя вроде мы должны сейчас будем легко забрать. Я клянусь, будет сделано. Сейчас посмотрим, что получится. Задание выполнено. Гургутс отдал им брюхо Горка. Какой он вождь? Бей его! Так, надо сейчас будет, видимо... Пошли! Прям сосредотачивать, ребят, этот огонь. Мой клинок просто продолжать огонь! Ха, это не сложно. Тут все, они тут все сами уничтожили, прикиньте. Если создатели пожелают. То есть мне не надо было здесь ничего делать, ребят, тут уже все, все они сами разобрали. Ты смотри, они тут все сами разобрали, да. Ну они, да, они не поделили что-то между друг другом, и мы все, видите. Нам это даже на руку, я уже говорил. Если создатели пожелают. Так, у меня там кто-то остался, да? У меня остался командир, ну замечательно, конечно. Ладно, без командира пойдем. Хотя командир бы нужен. Это не сложно. Здесь, мне кажется, они тоже... А тут все уже база, все, мы уже прошли, ребят. Я да, клянусь, долго будет собирался. Че, уничтожи... Они на вас пошли, топтуны! Берегите дрессировщика! А то мастодонты потопчут наших ребят! Они делают нас сильными! Хорошее мясо! Это значит, у меня снайпера через полкарты хреначат. Это будет быстро. Давайте мастодонта херачим. Он сильненький, кстати. Мастодонты разбежались! Спасайся! Что вам нужно? Ты сегодня хорошо подерешься, но в последний раз. А! Круто, готовы! Нам не удержать эту позицию! Пошли! Что вам нужно? Так, а все, да, у них получается. Что вам нужно? Все. Так, уничтожьте поджигатель, да господи. Эй! Поджигатели! Вон они! Жги их! Это не сложно. Круто и Тау едины. Этот поход окупит себя. Так, мою мой разведотряд расхреначили весь. Они делают нас сильными. Это хорошо. Я думаю, он развалит, да, его? Да. Нет, а у меня тут командир был. Это не сложно. Охренеть, сколько лагерей, да, ребят? И туда, и сюда надо зайти. Пошли! Блин, хреново без командира, конечно, мы идем. Но без командира тяжеловато немножко. Ну, командир мог дополнительный дамаг давать с помощью своих орудий. Это будет быстро. С помощью своих орудий мог давать дополнительный урон. Че эти стоят сзади где-то? А что он зовет, братья? Не дайте добычу уйти! Это ты называешь дупой? Это будет быстро. Мы возьмем их. Большие знамена здорово горят, да? Это все? Это было большое знамя босса, осел. Большое знамя босса, а так клево горит. Ага. Зовет, братья! Большое знамя босса так клево горит. Это будет быстро. Божественные рассчитывают на нас. Возьми нас на битву. Ха, это не сложно. Че, все получается? Это все? Это все. Ха, это не сложно. Все, идем на базу, короче. Но нам, я говорю, чисто повезло, что они еще друг против друга все начали настраиваться. Потому что если бы они все бы хрен начали против меня, это что? Вы откуда? Ну, пускай забирают. Пускай пробуют забрать.
Мы возьмем их. Прижмите их к земле и уничтожьте. Выберите цели. Хорошее мясо. Я клянусь, будет сделано. Не дайте добычу уйти. Они делают нас сильными. Давай, серомордый. Твой череп мне на кол нужен. Ты что, не видишь, что твоя смерть неотвратима, орк? У тебя нет надежды на победу. Как насчет заткнуть пасть и прийти сюда, чтобы я смог тебя разрубить напополам? На это у меня есть надежда? Варвар. Варвар, да. Нажми нас на битву. Это создатели послали нас служить. Рендец здесь. Это ты называешь битвой? Создатели послали нас служить. А чё вы здесь стоите, алё? Рендец, они там у меня ещё в сторонке стоят. Нормально. Возьми нас на битву. В битве мы обретём силу. Не дайте добычу уйти. Мой клинок остр. Наш долг зовёт, братья. Да? Чё вы стоите? Блин, ну знаете, чем меня бесит больше всего? Они толпятся тупо и не идут. Сколько же их? Выберите цели! Круты готовы! Выберите цели! Они делают нас сильными. Битва сделает наш род сильным. Там сдохнешь, нет? Командир жирный был, ребят. Я убил командира, он очень жирный. Ты меня достал. У меня для тебя сюрприз. Бот! Становится жарковато! Пользуй взрывчатку! Что? Бомбу не бил! Бомбу! Эти типа мои, видите, эти роботы, но на самом деле у меня таких роботов не было, ребят, которых там показали. Всегда нужно иметь готовые подкопы. Ты очень умный, босс. Заткнись, идиот. Мне придется вновь собирать всю гра. Вывози меня с этой горковой планеты, горковой матери. Ну, нетрудный был босс, так сказать, несложно было захватить. Да, потому что мы играем, сам знаешь, на каком уровне сложности, потому что у меня жопа бомбит. Легендарный вот. Командир Тау Форсайт уже командовал войсками на Кроносе несколько десятилетий назад, перед темным походом, и уничтожил Орочью Орду, вождя Костолома. Окаис изучил труды Форсайта и использовал их в своем наступлении на Зеленое побережье. Уничтожив Горгутса, он погрузил Орочью Орду в замкнутый круг междоусобиц, убрав их из числа претендентов на Кронус. Тем не менее, Аунель Шаарес был крайне обеспокоен тем, что в джунглях Кронуса остается множество диких орков. Против продолжающих сражаться друг с другом орочьих кланов были выдвинуты значительные силы воинов огня при поддержке крутских хищников, очищающие джунгли километр за километром. Во время проведения операции круты показали себя наиболее эффективно. Благодаря экосистеме этих мест ловить орков для них было легко. Вскоре джунгли Кронуса стали похожи на родную планету крутов – Пех. Понятно. Победа. Получено снаряжение. За рейтинг убитых 3 к 1. Вы получили новое снаряжение, если выполнили одно из следующих условий. За рейтинг убитых 3 к 1. За 1 победу, за 5, за 15 побед, за 2 тысячи убитых, за 5 тысяч убитых, за 3 тысячи побед, за 3 тысячи, за 3 побежденных противников, за успешную оборонительную операцию, за 3 успешных оборонительных операции, за 5 успешных оборонительных операций. Понятно. Так, нам дали одно очко. Да. Можно и редевую броню, ребят, то есть прибавить себе прям хп. Хорошо, да. Через препятствия можно, чтобы летать.
Но я думаю, здесь прям надо усовершенствованный сенсор. Увеличение здоровья. Да, увеличение здоровья плюс обнаружение врагов. Но мне кажется, надо плазменное оружие. Так, плазменное оружие совершенно установлено на боевой экзоскелет бластера до противопехотного плазменного оружия. Давайте бластер, я думаю, поставим. Да. Вот такие, ребят, дела. Давайте сохранимся, увидимся уже в следующей серии. Давайте ради интереса посмотрим, что там будет у нас дальше. Мы захватили, да? Командир. Угу. Да, у нас есть одна эта. Ну да, наверное, знаете, я думаю, сначала пойдем вправо сюда. Надо будет хаос, империю хаоса. Следующий у нас некрон, ребят. Надо некронов отсюда выжить. Эльдар, наверное, впоследок у нас будут. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Если вот я закончу. Наверное, сейчас некрон на меня нападут. Вперед! В рукопашную! Бойцы, отступаем! Либо имперская гвардия, или как они так называются. А, нет, смотри-ка. А что, здесь еще что-то есть? Серьезно? Тут, прикиньте, тут еще есть стая псов. Это тут тоже орки. Для меня немножко неожиданно, что здесь тоже орки. Но здесь семерочка. Ладно, в следующей серии мы здесь зачистим, получается. Семерочку мы зачистим. И пойдем, наверное, сюда. Наверное, мы сможем сюда перейти. Боец в бронекостюме Кризис, кстати говоря. Да, мы псов, потом боец в бронекостюме Кризис. Увеличение численности вот сюда дальше. И потом пойдем на этих, на некронов, ребят. Но некрон, наверное, все-таки попытается что-то здесь контратаковать. И нам, наверное, где-то придется очень хорошо себя защищать. Да? Да, я думаю, так. Шестерочка здесь уже. Так, здесь гарнизон. Можно что-нибудь выставить? Вот так вот. Хотя бы что-то, чтобы там что-то было. Потому что если туда некроны нападут, то нам было чем там, ребят, обороняться. Все, увидимся с вами уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.